Совет молодых специалистов «Лукойл» и воспитанников детского дома «Радуга» связывает давняя дружба. Для ребят разыгрываются театрализованные представления, показываются мультфильмы, организуются развлекательные программы. В этот день взволнованные мальчишки и девчонки высыпали на открытую террасу кафе, где гостей ждали праздничные столы с любимыми угощениями. С приветственным словом выступил Александр Юрьевич Костерин. Будем устраивать друг другу праздники, улыбаться, дарить подарки, водить в кино, угощать, дарить игрушки. Я думаю, вот так вот мы и сделаем свой вклад в защиту детей. Я думаю, в этом мы правы, наверное. Победители и лауреаты творческого конкурса «Моя заветная мечта», посвященного 55-летнему юбилею нефтеперерабатывающего завода, получили свои награды. Победителями стали Александра Русских, Елизавета Екатерина и Анастасия Сазанова, Елизавета Богданова. Дипломы лауреатов конкурса получили Егор Крюков, Анна Макшакова, Евгения Уйманова, Петр и Павел Алехина и Алина Коновалова. В продолжение праздника ребята отправились в увлекательное путешествие с двумя веселыми индейцами. Для ребят были придуманы непростые задания, с которыми они успешно справились. Все получили призы и подарки.